домах Калининского района из кранов течет зловонная вода. Жители дома на проспекте Просвещения 85 уже больше 2 месяцев не могут принять горячий душ. Вот, слышите, какой запах, какая тухлятина идет. Вентиль горячей воды Валентина старается не открывать. Из крана доносится запах то ли болота, то ли сероводорода. В душ по необходимости, а чтобы помыть посуду, пенсионерка очищает зловонную жижу серебром. Но серебра не хватает, поэтому приходится покупать фильтры. Почему вместе с водой утекают деньги, никто ответить не может. Мы обращались везде. 004 есть какая-то служба. Потом в дежурную администрацию Калининского района звонили. Сказали, что будем разбираться. И везде нам говорят, это же не одна я звоню. От мертвой водицы у некоторых соседей и вовсе обострились болезни. У меня вот аллергический насморк, и я когда в душ включаю, я потом перехожу уже на эти гистаминные средства, потому что невозможно, начинается аллергия. Жить со зловониями обитатели дома уже устали, а денег на частную экспертизу воды нет. Почему вода плохо пахнет? И если в ней металлы и вещества, опасные для жизни человека, ответят только специалисты. И поэтому прямо сейчас мы возьмем пробу воды. И для сбора анализа необходимое количество времени вода у нас уже протекла. Есть стерильная баночка. И под небольшим напором набираем воду. Теперь закрываем крышкой. И помещаем файл. Именно в таком виде дурнопахнущая вода нас отправится в независимую лабораторию. Кроме того, воду набрали и в ванной комнате для более точного исследования. А пока ее проверяют, мы обратились в ГУЖАК Калининского района. Там о проблеме знают. Более того, за прошедший год они обработали около 2000 жалоб от жителей района. Увеличение количества обращений идет по котельным Парнас и Северомуринской. Люди в основном жалуются. Это запах сероводорода, это цветность и мутность. Жилищники указывают на технологические нарушения и неправильную эксплуатацию сетей. Кроме того, как правило, ресурсоснабжающие организации промывают только магистральные сети. Внутри квартал они не затрагивают. Трубы, инженерные сети старые, изношенные, идет коррозия, что дает, скажем так, плохой влияние на подаваемую воду. Решить проблему непросто. Специалисты ГУЖА полагают, что дома нужно переводить с больших котельных на малые, которые будут отапливать 1-2 квартала. Подобная закрытая система теплоснабжения будет выгодна как с технологической точки зрения, так и с потребительской. Но это вопрос федерального значения, и решение нужно принимать на более высоком уровне.